Жуковском театре снова праздник. Дети и их родители приехали на елку главы городского округа. Здесь гостей ждал красивый, с по-настоящему впечатляющими театральными декорациями и живым пением спектакль «Пиратский праздник Новый год». Как и полагается для новогодних сказок, в ней доброе начало борется со злым и, конечно же, побеждает. Снегурочка чуть было не становится пиратом, но Дед Мороз и самих морских разбойников и расшалившуюся внучку умело перевоспитывает. С Новым годом! В Щелковском театре этот спектакль фактически возродили, наполнив его новым театральным блеском. Замечательная сказка, музыкальная. Если вы заметили, они все поют, поют вживую. И вообще есть где покупаться, поиграть актерам, да, материал, на котором можно развернуться. Самое ценное, то, что говорит Дедушка Мороз в финале спектакля, что Новый год его можно встречать где угодно. То есть мы можем радовать себя и своих близких каждый день в любом месте, в любую минуту и секундочку. И это мнение даже самые юные гости праздника разделяют. У нас Новый год очень хороший был. Мы его отмечали все вместе, нам очень нравилось это. И, конечно, какой праздник без сладостей? Всем детям вручили заветные подарки. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.